Говорить ему, как сильно его любишь, а он будет тебе верить, тебя слушать. Я не хочу отребьем быть, я не хочу быть шлюхой. Ебать, что движется не стану. Я не буду подкаблучником и стелиться пред тобой не стану. Найдешь себе такого парня, который верный будет, будет тебе мужем. Когда ты будешь с черным принцем по ночам, он будет кушать груши. Он будет ждать тебя, пока ты там с другим, готовить, кушать, встречать тебя с цветами, с вкусным ужином со свечами. Ты такая придешь и скажешь: «Привет, любимый, как дела? Как ты? Была я у подруги». А он тебе поверит. Но даже если и нет, глаза закроет, так как сильно любит. Нет веры вам, уже давно я знаю, что предадите вы любовь, как только шанс настанет.